Фили. Исторический район Москвы. Располагается на месте села Покровская Фили и деревни Фили. В прошлом подмосковная вотчинная деревня, принадлежавшая царским родственникам Мстиславским, Милославским и Нарышкиным. В Филях 1 сентября 1812 года после Бородинского сражения между русскими и французскими войсками прошло заседание военного совета под руководством фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, на котором было принято решение не принимать боя под стенами столицы. Оставив Москву, мы сохраним армию. Потеряв армию, мы потеряем и Москву, и Россию, сказал тогда Кутузов. Изба в Филях, в которой проходил военный совет, принадлежавшая крестьянину Фролову, получила название Кутузовской. В середине XIX века изба сгорела и была заменена новой, где разместился музей Михаила Илларионовича Кутузова. В 1935 году Фили включены в черту Москвы. В Филях сохранился выдающийся памятник русской архитектуры конца XVII века – церковь Покрова Пресвятой Богородицы типа церкви под колоколы, когда вверху здания помещается колокольня, выполненная в стиле московская или нарышкинская барокко. Особой достопримечательностью района является Филевский парк культуры и отдыха. Это уникальный природный историко-культурный комплекс, живой памятник садово-паркового искусства 17-19 веков. Любимое место отдыха москвичей.